Зой, а Зой, иди сюда. О, чего тебе? Давай, давай, давай. Крас. Зой. Чего? Слушай, Иван Никифорович помер, что ли? Царство небесное, куда? Вот я не знаю, вот я тебя и спрашиваю. Вспомнил тут давно, что-то Иван Никифорович не видать. Помер он, что ли, а? Погоди, погоди, какой Иван Никифорович-то? Ну, здоров же, совсем, что ли, плохая стала. Петьки нашего Шурин. Какого Петьки нашего? Ну, брат твой, Петька. Чё ты мелешь-то? Ванька у меня брат, Серёжка да Сашка. Никакой Петьки нету. Да троюродный твой брат с Протасовки. Сын тёти Галин. Женька. Женька? А я Петька. Точно, точно, Женька, точно. Ну, у нее там семеро детей по лавкам. Слушай, а у него кто Шурин-то, а? Да нет, у него Шурин, он не женат еще. Да? Да какой Иван Никифорович-то? С Щуйского тракта. Печник он, что ли? А кто же у нас Щуйского-то? Не кум ли Алешкин? Который Лешка? Тетя Дуня Лешка. Который тетя Дуня, а? Стрелочница. Ага. Рельс-то у нас откуда, вай? Картошку нам все помогал сажать. А. Алешка сын ей родной на спасательной станции работал. Ну, весла ты у нас откуда, вай? Он же утонул. Куда? У том годе. Кум утонул? Да нет, Лешка сам. Лешка, я знаю. А думал, ты про кума. А у тетки Прасковьи Лешка, у него кто кум, а? Тетки Прасковьи баб Машиной? Да. Твоей баб Машей или моей? Да твоей, твоей. Моя баба Маша Прасковья в Хабаровске за прапорщиком. А-а-а. Да, споги спортянки у нас откуда, Ваня? У них двое ребят. А-а-а. Танчик в третьем классе и Вовик в шестом. Никакого Лёшки нету. Отнесет не знаю что, а Вовик в шестом. Уж он армию отслужил. Ты иди армию! Это тетка отсюда служил Владик. Который Владик? Который Владик? Который Владик? Боцман! А-а-а. Который 3 года назад к нам отдыхать приезжал. А-а-а. Вот такой у него фингал под глазом был. Ячмен, что ли? Ну, Клавкин мальчик, то откуда вай? Откуда вай? От верблюда вай. А тот, значит, Вовик. А тот Вовик. Ага. Уже женился ли дядь Серёжиной? В шестом классе. Чуди, я про Владика. Лиду взял дядь Серёжа, который с вас нашей Зине. Ага. Их-то дети поженились весной. Ну да. Помнишь, на свадьбе-то гуляли? Павлик и Вика. О, Вика, это я помню. В универ Меган торгует горшками. Ага. А Лид вторая дочь, ну, малярша да. Она. Ну, краску-то у нас откуда, Валь? Ага. У ей... У нее еще есть двоюродный брат Степан. Который Степан? Который Степан! Который год назад нам отдыхать приезжал. Ага. Да. Ну, Клавки, двойняшки-то откуда, Валь? Они все друг к другу относятся как-то. У всех один прапрадед. Ну что, помер он, что ли? Давно уж, лет 100. Как 100? Ну, в прошлом годе сидели вот здесь вот с ним, выпивали. Ты про кого спрашиваешь, про деда Шопчева? Так, печку нам кто клал? Степан Иванович, который развалился печку-то? Нет, который развалился, я сам клал. А потом, ну, рыжий такой, с головы до колен, аж на пятку у него конопатины. Ну, ваша родня-то. Рыжие. А ваши косопузые? Ну, при чем здесь? А при том... Только пожрать да выпить за чужой счет. Вся родня такая. А, понесло. Упьют за стакан-то. И жрут, пока слюня не запутаться. Куда тебя понесло? Мы, слушай, мы про кого говорим-то? Чего? Про Иван Никифоровича. Ну и чё? Слушай, а я вспомнил, а? А ведро зеленки у нас в коридоре 5-й год стоит. Оно откуда его? Поль подарил дядя Витина, медсестра. Это который задницей вертит? Старый кобель. Это Оля буфетчица. Ага. Да, вилки с ложки у нас откуда? У ей кто муж? Виктор. А Виктору я помогал погреб копать, когда он ногу сломал. Это Сергей! Брат муж невестки, дядь Мишу нам помогал копать, когда у тебя рука тут не лазь. А Виктор нам крышу стелить помогал. Да? Да, несчастье тогда тоже случилось. Сломался, упал со стропил, самогон весь разлил. Фу ты, вот. Ой. Ну, а печку нам кто клал? Вот с Щуйского тракта. Кто у нас? Да никто вроде бы. Ну как а никто, как? А Славка? Который Славка? Кудимовский почтарь. Ну, ваша родня-то. Рыжие. А вас я косопузия. Я так думал, что из ваших. К нам-то нисколько убоку. На? Дай. А чё ж брат его отдухал у нас неделю целую, лет 7 назад? Это ж брат его был, Славкин. Почём я знаю, ты принимал.
Я думал, ваша родня... Еще чего? А кого ж вы принимали? Ну, то, наверное, есть Иван Никифорович твой. Да будете, что я Иван Никифорович, что ли, не помню? Ну, кто такой Иван Никифорович твой? Кто-кто? Да, кто? Ну, пристало, как банный лист, к тазу. Кто-кто? Иван Никифорович и все. Родня чья-то. Ну, вот и разобрались. Спасибо.